Участок Павловской рощи, который относится к особо охраняемым памятникам природы, не дадут застроить. О своей позиции по этому вопросу заявил руководитель Ярославля Алексей Малютин. Сегодня он выехал на место, чтобы еще раз уточнить границы спорного участка и на месте обсудил тему с градозащитниками и представителем собственника. Почему мы придумали изначально, сейчас немножко отойдем от этой темы, жилую рекреационную зону? Значит, чтобы не строить. Вот. Просто когда мы внутри квартала хотим защитить зеленый уголок, если бы раньше у нас не было зоны ЖР, мы должны были сначала в генплан внести изменения вот в этом крошечном месте, потом в правила землепользования. Чтобы ускорить процедуру, мы просто придумали эту зону, чтобы защищать зеленые уголки. Так случилось, что 4 года назад этот спорный участок земли в 4 гектара перешел в частные руки. Строго говоря, продавать его было нельзя. Павловская роща относится к особо охраняемым памятникам природы. Но границы его территории тогда не были четко определены. Отсюда и выпал немалый кусок. Участок был приобретен на аукционе у другой юридической организации. Этот участок еще до приобретения был намного заранее был сформирован. Сегодня нынешний инвестор оказался перед фактом, что он, по сути, купил кота в мешке. Здесь уже есть один многоэтажный дом. Собственник планировал построить по соседству на спорной земле еще 3 дома по 6 квартир каждый. Но градозащитники выступили резко против. Мое мнение, что собственником особо охраняемой природной территории является правительство Ярославской области. И правительству Ярославской области, департаменту охраны природы, надо обозначить вот именно на местности границы этой особо охраняемой природной территории, следить за содержанием и вот такие вот спорные моменты решать в пользу жителей. Потому что жители задыхаются от смога и грязи, и это единственный уголок в Брагине, где действительно поют птицы, где свежий воздух. Позицию жителей услышали и поддержали городские власти. В ближайшее время в генплан будут внесены изменения, которые не позволят здесь вести никакого строительства. В отношении этого участка еще зимой мэрия города Ярославля до всех этих событий приняла решение. И этот земельный участок из зоны застройки малоэтажными жилыми домами планируется перевести в жилую рекреационную зону с целью недопущения какого-либо строительства. По внесению изменений в правила землепользования застройки должны пройти публичное слушание. После этого решение должен принять муниципалитет города Ярославля. Поэтому и мэрия, и муниципалитет в данном случае в тренде того, за что борются жители. Также городские власти прорабатывают планы по благоустройству Павловской рощи, чтобы она стала одним из самых удобных мест для отдыха, прогулок и занятий спортом. Где-то, может, городки какие-то разместить, может быть, какие-то спортивные малые формы, где-то лавочки, где-то урны. Вот. То есть в данном случае у нас еще эта роща сама используется активно очень спортивной школой лыжной и роллерной в летнее время, на лыжах-роллерах катаются. Поэтому я думаю, что нам нужно здесь вот все интересы всех групп жителей учесть. Сейчас спорный участок пометили колышками. Он хоть и находится в частной собственности, но в этой особо охраняемой зоне ничего возвести нельзя. Нина Свечникова, Максим Сушанов.